Привет всем на канале Farlo TV, это игра Снайпер Войн Призрак 2, и конечно же мы с вами продолжаем. На этот раз у нас задание Правосудие для всех, акт 2, находимся мы в Сараево, можно заметить дату и время. И теперь нам предстоит прослушать брифинг, если чего, приступим выполнять наши цели. Рейзер 32, вы вышли на связь с приоритетной целью Янки? Прием. Юниформ Рейзер 32 вышел на связь с приоритетной целью Янки. Вас понял, Рейзер. Может доставить? Вроде бы он так думает. Только с этим парнем что-то не то. Не доверяю я ему. Прибереги свое мнение до успешного завершения задания, сержант. Держи цель на коротком поводке. Добудь фотки и сваливай. Подтверди. Да, сэр. Работаем. Задача ясна. Приступаем. Пушки взорвались. Это ваша работа, да? Хороший фейерверк. Но теперь мы идем тихо, ладно? Не нужно убивать всех, кого увидите. Только клоунов, у которых духу хватит спросить, куда мы идем. На твоем месте я бы заверил нас, что Владича мы точно увидим. Да, Владич сейчас в парке. С третьего этажа все отлично видно. Снимки у вас будут что надо. Идем, но осторожно. Тут повсюду солдаты. Это, думаю, мы уже знаем, как разбираться с солдатами. Так такой проблемы для нас не предоставят из себя. Всем занять укрытие. Ждем, пока прекратит. Давайте подождем. Да, конечно. Понаблюдаем пока за радаром. Так, подстройся под того, что у окна, и стреляй. Сюда. Давай покончим с этим. Давайте мы с ним разберемся. Как ты его? Минус есть. Ликвидируй его потих. Вали их. По-тихому, сейчас сделаем. Сюда. Впереди контакт. Наверху движение. Отправляйся туда и реши проблему. А этим займусь я. Я понял. Да, Али. Последний пут. Не може пресутра. Да, то значи да ћемо морати овде да проведемо ноћу. И не, не желим да... Все чисто. Идем. А вот и все. Проще, чем может быть казаться. Или казалось. У нас такая некая скрытная вылазка получается. Еще на этаж выше. Давай, веди. Снимаем его по-тихому. Так тебе и надо. Владича я не вижу. Бог ты мой, что за херня творится? Нет.
Давай, покончим с этим. Господи! Вот сволочи! Мы должны пойти туда и убить их всех! К черту задание Уиллера! Слушай, мы с тобой давние друзья, поэтому я сделаю вид, что ничего не слышал. Вытри сопли и приди в себя немедленно! У нас нет права на ошибку! Ты сказал, что Владич будет здесь! Ты что-то задумал, да? Да откуда мне нафиг знать, где сейчас Владич? Этот урод, небось, валяется где-нибудь пьяный в стельку и в луже мочи. Как я могу знать наверняка? Карл, наша цель не Владич. Мы должны доставить пленку. Ты видел, что здесь творится? Почему мы тут торчим? Нужно завалить Владича сейчас, чтобы потом не возвращаться. Карл, смерть одного человека ничего не изменит. Мир должен увидеть кадры с пленки. Еще одного геноцида в Европе НАТО не потерпит. А сколько еще невинных людей умрет, прежде чем кабинетные крысы поднимут свои толстые задницы и что-то сделают? Мы даже не знаем, где сейчас Владич. Я знаю про одно место. Я иду искать Владича. Если надо, в одиночку. Мать твою. Ты покажешь нам, где Владич. Обманешь нас, и ты труп. Понял? Да. Да, я понял. Слышишь? Сюда движется танк. Прячься! Что теперь? Посмотрим, что будет потом. Вот вам и магазин. Все в порядке. Мы выйдем с другой стороны. Держитесь поближе и делайте, что скажу. Ты дорогу показывай. И не вздумай что-то учудить. Хорошо, пошли. У нас здесь вражеские цели, можно заметить. Подозреваю, кого-то придется ликвидировать. Вон там! Уберите этих солдат! Доставай нож. Тот сукин сын, что слева, мой. Значит, любишь кровь, да? Ну и как тебе это? Карл? Черт, парень, держи себя в руках. Я все понимаю. Люди Владич очень жестокие, так им и надо. Заткнись уже, идем. Куда вот он рванул, там же могут заметить. И не нужно ни в кого стрелять. Удача благоволит нам. О, нет. Давай стреляй. Да отличный выстрел, друг. Сюда. Часового. Другой на мне. Главное, чтобы они не подняли тревогу. Понял. Как ты его? За мной. Куда-то он тут завел в подвал какой-то. Интересно. Снимаем его по-тихому.
каждом шагу опасность. Как вы вообще умудряетесь выжить? У меня двоюродный брат в Нью-Йорке. Так он каждый день по 5 часов стоит в пробках. Как тут выжить? Все как в джунглях. Приспосабливайся или умрешь. Посмотри! А теперь что за дерьмо там произошло? Эй! Бежите, солдаты! Чукелы! Мы ничего не сделали, прошу вас! Сохраняй спокойствие и не вступай. Прыжи, прыжи! Я знаю эти люди. Сейчас разберемся, без проблем. Ждите здесь. Нет, Меринов. Друзья, привет. Дерьмо. Это я, Меринов. Кой овощи, Роня? Сечел ты се. Продал си ми 10 лажних сатова. Рекал си да су швайцарски. Испало је да су кинеско сране. Каква лепа случајност. Сада ћеш да ми вратиш новац са каматом или си мртав? Валим их! Этот козел нам нужен же! Он кривенный зло! Он американец! Держите га! Угу. Понятно. Вижу вдалеке новые силы противника, еще высаживаются. Ну, поехали! Если еще раз такое сотворит, я его сам убью. Мета изгублена! Это место полное дерьмо. Нужно занять хоть какую-то чертову высоту! Сейчас мы заняли уже. Главное, чтобы к нам не подобрались. Контакт! Упаму! Ага. Ух ты, ребята, какие понабежали там. А, поспешил. Все-таки решил выглянуть. Вот кажется, все чисто. Идем. Больше никаких фокусов, засранец, понял? Мы здесь не за тем, чтобы спасать твою жалкую задницу. У меня все было под контролем, пока вас не заметили. Хватит. Сколько еще идти до Владича? Недалеко. Идем. Прячемся от снайперов, идем через стоянку. Не останавливаемся. Да. На стоянке. Черт, тут, считай, негде развернуться и кругом полно врагов. Здесь да, всегда вот спокойно. Именно. Я не знаю, откуда они взялись. Ты местный, ты должен это знать. Смотрите, там электрощит. Вы ведь можете незаметно прокрасться и отключить свет, да? А может, ты это сделаешь, крысеныш? Нет, он нам еще нужен. Ладно, прикроешь мне спину. Готовьтесь уходить сразу, как погаснет свет. Что бы ты ни делал, всегда держи оружие заряженным. Надо держаться в тени. Значит, био си у единицы некое время. 2 месяца. Подачный новалия. Так, да. То, что сам пред некого задана. Как вы еще... А не проще выстрелить? Странно, не проще. Надо же, какое разнообразное задание нам предоставили. Победжує снаги своїх неприятеля. Але još важнее, он им убиє волю, а не боре так, що їх гаджа там, де су найрадніє. Вот мы и в тени. В принципе, уже ничего такого сложного и нет. Чувствуется на грязи, тесно влазили до града по залоге. Так да će biti teško оценити, kada nisi siguran samo pucaj. Čak i u žene. Ovo je ožiljak sam dobio od devojke. Nije moglo da ima više od 15. Кучка и покушала да ме прережи гркля маказама. Да те зато зову Казанова, само се смеји. Али се сети да држиш твой пиштој припремен када укапаш шлиц.
Ove indijanske kuće će teti da ti iskopaju oči. Давайте отключаем. Отличная работа. Мы уже в пути. Они идут в твою сторону. Прячься под машину. Что с Десио? Что с Светлыма? Не знаю. Не свиджа мне все. Дай да проверим. Они все печи окна. Начишем вот так прокидать. Не могу не видим свой ебаный руку. По идее, в темноте можно было бы некоторых ликвидировать. Да ладно. Противник приготовился к бою и идет к тебе. У тебя ночная оптика, уходи от них. Не останавливаемся. Можно поправишь. Едва да могу да видим свой проклятую руку из-пред лица. Прямо томе, чекай мало. Жицы су пресечены. Стране. Используй нож. Вот и все. Парковку прошли. Казалось бы, можно и не выбраться. Или что? Близко. Так и надо. Через парк. Парк. Подозреваю, в парке мы можем тоже с кем-то встретиться. Раз он завел такую парковку. Как и ожидалось. Снайпер на крыше разрушенного здания в том конце. Будет тяжеловато, расстояние серьезное. Ну он так прям замаскировался. Здесь совсем никого. Не нравится мне это. Иди за мной и будь готов к бою. Боже мой! Есть контакт! Он не мог быть минус один. Движемся быстро, от укрытия к укрытию. Не светимся. Идем. Держись живо! Эти стены должны нас закрывать. Осторожнее. Черт, вверху, прямо перед нами. Мы как на ладони, стреляй! Солдаты приближаются! На той стороне площади! Огонь, огонь! Заузмите свои позиции. Не пушайте их напротив. Плохо видно в листве. Чего ж ты нас не прикрыл, напарник? Все мертвы. Давай. Идем. У нас нет выбора. Заходим потихоньку. За мной. Меренов, путь на чеку. Нет проблем. Отставить! В нас стреляют! В самом верху, справа! Готов. Уже недалеко. Я отведу вас. Так. Что же дальше? Кто же нас еще встретит? Ага. Твою мать! Здание вдалеке! Снайпер. Третий этаж! Идем. Это ты какой-то неубиваемый снайпер. Странно. Ну, хедшот ты получил. В этом городе стало опасно только тогда, когда вы тут появились. Поплачься. Я же сказал тебе не отходить. Вот что происходит с идиотами. О боже. О боже. Торчи, дракачу. Бедняга. Выкосим этих уродов нахрен, Андерсон. Карл, нет. У них серьезное преимущество. Пожалуйста, послушайся его. Мы едва пробрались через парк. Ладно. Давай хотя бы разберемся с теми, что на дороге. За мной. Осторожнее. Держись ближе к земле. Не светись. Понятно. Можем разойтись. Хорошо, пошли. Так,
еще враги. Видно, у них срочное дело. Сюда. Действительно срочное. Что любопытно заметить, вот они патрулируют парк, но вот такие моменты никто сюда не заходит. Или они как-то просматривают, вот кто нас начал видеть. Просто по идее здесь вполне мог бы быть какой-то патрульник, хотя бы один. Еще один есть интересный момент. Зачем так много бойцов для какого-то парка? Что они здесь охраняют? Или патрулируют? Непонятно тоже. Ликвидирую его по-тихому. Да уже, сейчас мы подберемся. Занимай позицию. Я прикрою твой зад. Да, там у нас бойцы идут. Ничего. Не хотите вы там с ними разобраться? Вот они нас могут заметить. Интересно, как он так побежал, что их не видят? Подозреваю, если мы сейчас встанем, нас могут заметить. Вот, правильно, уже все началось. А их не видят, наших этих союзников. Тем не менее, мы и добрались. Одного часового. Другой на мне. Главное, чтобы они не подняли тревогу. Понял. Понятное дело. Отличный выстрел. Поднимемся на это здание, там отличный обзор. Сербы попали сюда из миномета. Боснийцам, которые тут прятались, не повезло. А вот нам как раз наоборот. Товарищи, Меринов пока не собирается на тот свет. Так что я все ставлю на вас. Мне нужно подготовить вашу отправку. Встречаемся под съездом с магистрали. Я жду 1 час и ухожу. Ясно. А теперь исчезни. Удачной охоты. Пусть духи Сараева будут довольны местью. Там Владич. А с ним еще 7. Возможно, еще кто-то внутри. Нам придется очень несладко. Все точно как в Ираке. Значит, справимся. Пора завалить старуху с косой. Ну, ты сейчас, босс. 1 выстрел, постарайся. Ложись! Черт! А, спасибо. Ты в порядке, напарник? Я бы не хотел, чтобы с тобой что-то случилось. Там их несколько. Ищи их по солнечным бликам в оптике. Давай. Немного правее. Все чуть-чуть же не хватило. В самом деле. Такую дистанцию нужно сначала простреляться немного. Кол огонь! Тоже сильно высоко берем. Да, давай вот так. Враг движется в нашем направлении. Беглый огонь! Кажется, они злятся. Ранили тебя ведь.
Радич заперт. Не дайте ублюдку уйти. Цель на втором этаже, слева. Яблочко, напарник. Три все в сгради. И сетите их. Напред. Напред. Пора уходить. Действительно пора. Раз там возле нас кричат. А теперь нам предстоит зачистить парк. Ну чудесно. А мы до этого карабкались тут. Ползали. Не упускай их короткими очередями. Метай, ты тут пику, мана. Обрадовался он тут стрелять по нам. Ранили ведь. На этом точка. Бегом, нам нужно успеть к самолету. Так, подобрались к точке эвакуации. Как должно быть. Эй, друзья, я слышал по радио последние новости. Нам есть что отпраздновать. Ерунды не мели. К нам сюда направляется сотня сербских ополченцев. Пора убираться отсюда. Обязательно. Ну, по стаканчику успеем. У меня тост. Пусть души тех из Сараева будут довольны местью. Опять не договариваешь. Хе. Вы так и не научились расслабляться и наслаждаться жизнью. А теперь это делать поздно, пожалуй. Итак, данное задание выполнено с таким вот резким поворотом сюжета. Мы обязательно продолжим. Большое всем спасибо за просмотр и до новых встреч.